сказала: «Всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете». Хельга спрашивает: «Какая твоя девичья фамилия?» «Моя девичья фамилия Карташова». «В какой школе ты училась в Молдове?» «Я училась в лицее Петру Рариш в Кишиневе». «Петру Рариш репрезент». Да, вот обычная школа. Ну, как у нас была, это бизнес-школа, у нас